Просто удивительная история произошла в Мурманске. Купил один мужик гараж. Как говорят, этот гараж не открывали аж с 1985 года. Постоял мужик, посмотрел на это безобразие и начал разбирать завал. Много любопытных вещей попадалось ему на глаза, но то, что таилось за горой хлама, это просто невероятно. Вы только посмотрите, какая красота. Это самый настоящий ГАЗ-М20 «Победа». 1954 года выпуска. Да еще и с багажником на крыше. Это реально машина времени. Повсюду на автомобиле видна плесень, но нашим мастерам это пустяковое дело. Сейчас ретро-автомобиль находится на реставрации. Помимо «Победы» в гараже было найдено куча интересных вещей. Две новых покрышки И-77 и одна И-77Е. Велосипед «Турист» и второй аккумулятор от «Победы». Две гимнастерки, штаны «Галифе» и даже царская лопата 1915 года. К сожалению, фотографии всех найденных вещей автор не предоставил. Ну что можно сказать, мужик просто счастливчик. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока!